Только приехали домой, сейчас ночь, здесь полная машина у меня подарков, вообще вся полностью забита под потолок. Со всех сторон ваши подарки, ребята, это просто пипец. И сейчас все это нужно будет занести домой, целую машину подарков. Вот как выглядит машина подарков в комнате. Они друг на дружке лежат, и при этом вся комната, в которой я снимаю, она просто занята подарками, ребята. Привет, я Аня, и ты на канале Magic Family. И сегодня, ребята, мы с вами будем распаковывать подарки. Подарки с фан-встречи в Москве, которая была, и я даже думаю сделать про нее отдельное видео на свой личный канал, потому что было очень много интересных ситуаций, про которые я хотела бы рассказать вам. И людей было очень-очень-очень много, просто вообще много, я даже такого не ожидала. Мне кажется, в Москве было гораздо больше людей, чем в Питере, но я это выдержала, у меня чуть не отвалилась рука подписывать автографы, мы со всеми фотографировались. Я, наверное, за всю жизнь не сделала столько много селфи, сколько я сделала за несколько часов в Москве с подписчиками. Ну и, к сожалению, сегодня с нами не будет моей собаки Софи, она продолжает болеть, хотя Софиша очень любит распаковывать подарки. Я ее состояние держу вас в курсе ВКонтакте и в Инстаграме. Но благодаря вашей поддержке мы держимся на позитиве, улыбаемся, так что давайте начинать. Киса Алиса уже точно начала свою личную распаковку, а вы, ребят, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые ролики о нашей веселой жизни с питомцами. И поехали! Подарков, ребята, реально очень много, и я обязательно распакую каждый. И я думаю, даже они периодически будут появляться на других моих каналах, на AnyMagic и канале питомцев Magic Pets. Но также есть какие-то, вот, например, подарки безымянные. Вот это вот офигенная, красивая, очень прикольная, мне кажется, даже handmade лошадка была без подписи и не написано, кто это. Вот. Также без подписи был вот этот вот сладенький новогодний букетик из конфеток Рафаэлла. Очень жаль, он очень классный, спасибо большое. Что там происходит вообще? Уже была большая встреча в Питере, теперь в Москве, а еще в ближайшее время будет в Сочи. А вы, ребят, обязательно напишите в комментариях, из какого города вы. Может быть, получится организовать там фан-встречу. Очень запоминающийся подарок был от Анастасии Климовой. Это вот такая вот хендмейд игрушка Софиши. Она очень прикольная, у нее язычок торчит, как у Софиши, у нее гнутся лапки, вот такой вот прям прикольный ошейничек. Она такая мягенькая, приятненькая, окрас прям как у Софи. И такие вот классные очень уши и мордашка. И запомнилась тем, что когда мне ее дарили, мне сказали, что это в поддержку Софиши, чтобы она поскорее выздоравливала. Рисуночки, конечно же, пойдут на нашу стену славы, а вы, ребята, ставьте лайк, если тоже, как и я, любите подарки и распаковки. Алиска залезла в какой-то из пакетов, такой ярко-розовый. Подожди, подожди, я тебя вытащу. Подожди, запутаешься сама же. Запуталась тут маленький демон. Что тебя, чем тебя заинтересовал так этот пакет? Небось, лакомство там. Ну давай, вылазь. Давай распакуем его, раз уж ты... Ну, Алиса! Рисунки Анечки от Мэджика, письмо, суперчеловек. Подарок от Саши Сухановой, но там что-то странное, ребят. Какой-то стакан. Неужели там что-то живое? Погоди, может там муравьи? Юми, нет, Юми! Юми, не надо так делать! Что там? Эйвен, ты тебя тоже заинтересовала? Там, ребята, кажется, улитка. Вот такая вот теперь с нами живет улиточка от Саши Сухановой. Что нам делать, ребят? Оставить ее с нами, но для этого нужен будет террариум. Или подарить кому-нибудь. Ребята, так нечестно подарить на фан-встрече живую улитку. А если бы я эту посылку открыла через какое-то время, только что бы с ней было? В общем, в комментариях мне постоянно писали и просили: Аня, заведи улиток, и кто-то, видимо, не сдержался, а точнее Саша, и просто решила мне ее подарить. Да, Юмичу, это заговор, это заговор. И Сявка с Юми там уже распаковывают что-то. Давайте вот тот голубой, он очень большой. Это подарок от Эли Энтриальга Альварес и Саши Варгуновой. Давайте смотреть. Во-первых, тут вот такие вот очень прикольные игрушки для животных. Вот такая вот белочка смешная с хвостиком для собаки. Вот такая вот развивающая игрушка для котов и собак. Лакомство для попугаев. Ручка стилус с фонариком. Вот такая вот для меня. Там еще какие-то очень прикольно оформленные подарочки маленькие. Сейчас их достану. А также, конечно же, здесь куча лакомств для моих питомцев.
Для меня всякие сухарики, чупа-чупсы и травка для кошек. Так, я хочу понять, что это за куча вот таких вот маленьких подарочков. Вот такой вот очень красивый скраб ручной работы, а еще 7 мыл ручной работы, но в них есть фишка. Я открыла одно мыльце, чтобы показать вам. Вы поняли? В каждом мыле наша фотка. Какая-нибудь меня, собачек или котиков. Очень прикольно сделано, прямо в мыле. Мне даже жалко будет мыться таким мылом. Это очень оригинально, и такого мне еще точно никто не дарил. Спасибо большое. Давайте открывать следующий случайный подарок. И мне вот сейчас, например, бросился в глаза вот этот вот белоснежный пакет. Вот такая вот красивая, аккуратненькая, беленькая коробочка. А в ней у нас письмо от Сони Богдановой, я его прочитаю, а тут вот такие вот прикольные 3 канатика, игрушечки для собак, а еще вот такая вот милая мягенькая игрушка Бу, 2 вот таких вот мячика, вот такой вот красный блокнотик с антистресс рисунками, а еще целых 2 спиннера и всякие мелочи. Помните, кстати, по поводу спиннеров, мы в одной из моих распаковок 1000 подарков от подписчиков на моем канале считали, сколько мне подарят спиннеров. Сегодня тоже можно считать, потому что я уже нашла 4 спиннера, которые, видимо, повыпадали из других подарков, а сейчас еще 2, то есть уже 6 спиннеров. Мне кажется, я видела очень много в пакетах игрушек покемонов. Вот этого покемона подарила Лера. Это, если кто не знает, покемоны — это символ Юмичу. Не лежись, покемона Юмичу, это ты. Мелкие там играют, а я нашла еще одного покемона, только теперь от Вероники. Сколько у нас будет сегодня покемонов, интересно? Девочки Алина и Ирина вот такую картинку в рамочке передали. А еще в рамочке была вот такая вот картина, вот такой в красной рамке, очень прикольная, от Насти Масловой. У нее тоже есть свой канал про свою собаку. Вот такая вот красивая картина, я думаю, она пойдет куда-нибудь обязательно. И, как я поняла, в этой же посылке от Насти Масловой был вот такой вот домик для котика. Вот такая вот палаточка для нашей кисявки, кисы Алисы. Ну что, какая следующая посылка, ребята? Давайте вот эту вот, рядом с которой играли Юмичу и кисявка. Я там палатку кисявки поставила. А это подарок от Тетериной Ирины, как я понимаю. И здесь очень много всяких подарочков для питомцев. Вот такая вот игрушка, вот такие вот игрушечки для котиков. А помните, в прошлую большую распаковку мы делили подарки для меня и подарки для питомцев, чья гора будет больше. Еще одна вот такая вот очень милая игрушка для кошечки Алисы. Вот такой вот мячик для собак, он великоват, я его передам собачкам побольше. Также тут есть рисунок, но на нем почему-то написано «От Евдокии». Скорее всего, он попал в посылку случайно. Это мой портрет. Еще одна вот такая вот игрушка для кошек. Еще один мячик-канатик. Не мячик, а просто канатик для собачек. Столько много игрушек для них. Еще игрушка, вот такая вот елочка новогодняя для кошечки. Вот такая вот собачка длинная для собачек. И еще 5 самых разных игрушек для питомцев. Вот такой вот подарок для животных. Мне кажется, всех этих подарков нам хватит и на мой день рождения в декабре 14-го, и на Новый год. Лотерея, выбираем случайный подарок. Мне вот заинтересовал вот тот подарочек, потому что там лежит какая-то мягкая игрушка. Это вот такой вот небольшой няшный мешочек. И он от Алины и Арины. Возможно, кстати, тех, кто подарил картину, просто она вот так вот затерялась в подарках. Давайте смотреть. Во-первых, что я вижу, это вот такого вот очень милого зайчика, такого вот мягенького крольчоночка. Здесь, кстати, все упаковано вот в такую бумагу. Сейчас мы развяжем и посмотрим, что там. Это игрушка для киски Алиски. Что это? Так, девчонки там играют, а у нас здесь еще вот такие вот несколько подарочков. Сейчас я их открою. Вот такая вот очень прикольная тетрадка со сладостями. И, конечно же, внутри подарка тоже вкусняшки. Указка для котика. Обязательно сниму видео, как мы играем этой указкой с Алисой. Такая вот игрушка-мороженка. Смотри, Юмичу. Жалко, нет с нами здесь София. Она бы очень полюбила эту игрушку. Еще одна игрушка-мячик.
И какая-то вот такая маленькая штучечка. А это вот такой вот красивый кулончик стрекоза для меня. Посмотрите на эту парочку. Ну, что ж такое-то? Девчонкам спасибо большое. Мы едем дальше. И меня вот заинтересовала вот эта вот яркая, очень такая прям цветная коробка. Я хочу посмотреть, что в ней. Потому что здесь, в этом пакете, вот такая вот коробка. И мне кажется, что она пластиковая. Написано, что это от Вики и Леры. Я сейчас буду это как-то открывать. А на канале питомцев Magic Pets, ребята, сегодня тоже новое видео. Ссылочку на него я оставлю внизу в описании. Пойдите и посмотрите, но там пока что не про подарки. Может, у них снять продолжение распаковки на их канале. Я еле сняла крышку, она приклеена огромным количеством скотча. И здесь вот такой вот коврик. Яркий, красивый для Алисиных мисочек. Письмо от Леры Дударевой и Вики Сидоренко. Еще одна вот такая вот игрушка для Алисы. Для меня, конечно же, мармелад. Мои верные подписчики знают, что я люблю. Лакомство для собачек. Вот такая вот пачка прикольная стикеров. Еще одна розовая игрушка в цвете нашего канала для собачек. Вот такие красивые свечки для меня. Помадка, булочка с корицей. Спасибо большое. И очень странная вещь. Шар фольгированный ходячий. Я не знаю, если честно, что это такое. Я его потом открою, надую, и мы посмотрим. Может быть, даже сниму видео об этом. А еще девчонки мне подарили вот такой вот прикольный MP3-плеер слушать музыку. Спасибо большое, очень приятно. Ну что ж, ребята, я предлагаю открыть какую-нибудь именно коробку, а не мешок. И вот здесь вот у меня есть много разных коробочек. И вот это самая большая, вот такая вот фиолетовая. Кто-то уже подрал тут. Это коробка от Марии Люльковой из Москвы. Давайте смотреть, что же там, потому что там тоже, ребята, очень много всего. Первое, что я вижу, это вот такой вот клеющийся на какую-нибудь поверхность игрушка для кисы Алисы на такой пружинке. Обязательно попробуем поиграть. Еще одна игрушка на палочке для кисы Алисы. Вот такая вот мышка. Какая-то штука с троллями. Вот такой вот пенал с троллс. И в ней всякие маленькие разные игрушечки. Я думала, там тролли, но нет, там игрушки. И еще один золотой спиннер. Еще один мячик-звенелка. Лакомство для собак, конечно же. Еще одна указка для кисы Алисы. Я чувствую, что нам этих всех вещей опять хватит на очень долго. В прошлый раз я дарила подарки, разделила и часть подарков отвезла в приют. Скорее всего, я либо сейчас тоже так сделаю, вот такая вот рыбочка мягенькая, либо сделаю какой-нибудь реально giveaway. Я надеюсь, никто не обидится. Тут еще есть лакомство. Целый мешок троллей в нашу коллекцию троллей. Вот такая вот шоколадочка для собак. Вот такой прикольный кошелечек. Резиновенький, силиконовенький, киска. Книга троллей под названием «Собери всех». Ой, а, тут уже собрана вся коллекция. Вот такую вот антистресс-подушечку прикольную, а еще целых два спиннера в коллекцию мою. Вы считаете спиннеры? Подарила мне еще одна Маша. Там еще куча маленьких всяких таких вот сюрпризиков. Спасибо большое. Так, ну что ж, смотрим дальше. Какую бы посылку нам открыть? Как насчет вот этой вот связанной с вот такими воздушными шариками? Это подарок от Лены Болдиной. И тут у нас тоже много всего. Конечно же, лакомство для моих песиков. Вот такая вот прикольная игрушка-косточка. Еще какая-то шапочка. Вот такая шапочка, это, видимо, для кисы Алисы, потому что она постоянно в шапочках. Также здесь шоколадка. Про сладости я вообще молчу, ребята. Их подарили очень много, даже отдельно, не только в подарках. Это очень круто. Вот такой вот треугольник с собачками. Подставочка для ручек. Прикольно. А, классно, обязательно поставлю себе на стол. Я уже перестала считать, ребят, вы считайте, пожалуйста, и напишите потом в комментариях, сколько их. А еще тут, конечно же, тролляшки просто так в пакете валяются. Вот такой вот мячик. Вот такая вот коробочка. Сейчас откроем ее. Посмотрите, какой хорошенький мишка. Сейчас посмотрим, что у нас в этой коробочке. Ну и здесь всякие, конечно же, мелочи для меня. Ребята, я, кажется, вижу еще одного покемона. Magic Family и Magic Pets логотип. И письмо. Лиза, 11 лет. Покемон.
Сколько у нас будет покемонов в этот раз? Еще вот такие вот много маленьких лакомств для собак. Да, Юмичу, конечно же, сразу заинтересовалась. Еще один бальзамчик для губ? Нет. Лизун! Кстати, лизунов тоже надо считать, потому что я видела много лизунов. Вот они, выпавшие из подарков. Раз, два, три лизуна. И сейчас от Лизы еще один. А, к руке прилип. Так что считаем покемонов, спиннеры и лизунов. Еще здесь вот такая вот прикольная ручка в стиле космос. Как бы объемная, видите, открытка. Он там передвигается, этот хомячок. Супер хомячок. А еще тут вот такая вот коробочка. Набор Шанель. Крем. Еще один крем. Тушь для ресниц. И да, духи, несколько видов духов. Вот такой вот наборчик от Шанель. Так приятно, спасибо большое. По пути, ребят, я еще выделяю какие-то маленькие топовые подарочки, в которых что-то вижу. Вот, например, я сразу увидела с высоты вот такой вот прикольный новогодний светильничек для свечечки. Его даже повесить куда-нибудь можно. Он был в пакете от Александры Гараевой. Чтобы не получилось так, что я не замечаю маленькие подарочки, я специально что-то вижу прикольное и достаю именно маленькие. Например, в этом маленьком подарочке от Олеси был вот такой вот прикольный красивый ежедневник и носочки для меня с пандочкой. Да, Юми. Подарков как будто не уменьшается, ребят. А я вот увидела отсюда какой-то белый пакет с чем-то розовым внутри, похожим на одежду. Место стало все-таки чуть-чуть побольше у нас здесь. Это подарок от Лизы Кокосовой. И это комбинезончик вот такой вот розовый с обезьянкой. Смотрите, какой прикольный. Он, наверное, больше всех по размеру подойдет Софише. Она у нас самая большая, самая пухленькая. И он розовый в ее цвете. Тут какой-то маленький мешочек, а в нем... О, крути! А в нем носочки! Вот так вот все прикольно нарисованы. И вот такие вот носочки тут с кошечками и со снежинками. Киса Алиса там улеглась. Хотите, ребята, видео про носочки? Про носочки, Юмичу! Ты все хочешь съесть! Тут еще в подарке куча всяких лакомств для собачек, для кошечек, еще для собачек, для хомячков вкусняшки. И еще какой-то пакетик, по-моему, тоже с одеждой. Сейчас посмотрим. Ой, какой хорошенький! Вот такая вот толстовочка с надписью «Принцесс» розово-серая. И тоже по размеру, я думаю, будет как раз с Афиши. С помпончиком на капюшоне. Такая вот миленькая, хорошенькая. Короче, спасибо большое. Вот такой вот очень красивый, приятненький, мягенький мишка от Алисы Набиуллиной. И вот, как всегда, в мою коллекцию Hello Kitty, мои любимые. Непонятно от кого, ребят. Еще вот такую вот игрушку мне подарили, прикольную, длинную. Вот такой вот леопард-сосиска. Это от Насти. И вот такая вот игрушечка, тоже неизвестно от кого. Она выпала, видимо, из какой-то посылки. Вот такая очень красивая, прикольная собачка. Киса там уже сама распаковывает посылки без нас. Посмотрите на этих малявок. А еще мне подарила Олеся вот такую вот ложечку прикольную. Она вот такая вот длинная, она их делает сама. Очень классно, я буду ею пользоваться. Давайте вытаскивать какие-нибудь маленькие и смотреть, что там. Вот такой вот котик, смотри, Юмичу, какой котик хорошенький. Это подарок от Кристины Климовой. Тут три чокопая и три вот таких вот мячика. И вот такой кашки-сявка еще один у нас. Обязательно куда-нибудь пойдет к нам в украшение. Все уже устали заниматься распаковкой. Не удержалась, увидела вот такой вот чехол и решила открыть этот подарок. Это подарок от Марии Поляковой. Тут тоже разные игрушечки для питомцев и вот такой вот чехол на iPhone для меня. Спасибо. Все уже устали. Места у меня здесь стало чуть больше. И я предлагаю открыть последний мешок, пакет. Или давайте вот одновременно и мешок, и пакет, и коробка. Вот там вот... Ой, вот такая вот... Розовый большой. Я до сих пор, ребят, если честно, в шоке от улитки, потому что я не знаю просто. Ой, коробочка разваливается. Для любимого блогера. Надеюсь, мы найдем от кого это все, потому что здесь очень много всего. Сейчас посмотрим в коробку, наверняка там есть какое-то письмо. Тут куча всяких разных записей и личных дневников от Кати Ширяевой. И это ее... подарок большой. Сейчас посмотрим, что это. А я знаю Катю. Админ, я случайно, Катя, вытащила твой подарок. Я как чувствовала.
Так, здесь у нас блокнотик для меня. Вот такие вот маленькие коробочки-сюрпризики есть. Я думаю, в них маленькие какие-нибудь игрушечки. Алиска ко мне пришла. Чё, Юми, чё там тебя замучила, да? Еще в этой коробочке вот такой вот мячик-игрушечка. Мишка мягкий, плюшевый, прикольный, в коллекцию Миши. Спасибо большое. Конечно же, вот такой вот мешочек со сладостями для меня. Все, как я люблю. Мармелад, Сникерс, Скитлс. Спасибо. А также вот такая вот... Что это? Ручка-собачка прикольная. Еще одна собачка в коллекцию Эйвена. Вот такое вот прикольное сердечко самодельное Magic Family. Тут и вкусняшки для Вельш-Корги-кардигана. И вкусняшки для котиков. Я чувствую, тут будет очень много вкусняшек. Да, для хомячков, для попугайчиков. Чего тут только нет. Для хиллера вкусняшки. Вкусняшка и игрушка для Алиски. Алиска, смотри. И еще 4 всяких разных вкусняшки для собак. И вот такая вот прикольная игруха бегемот. Какая она громкая. Вот такая вот бегемот. Да, Юмичу, смотри, какой бегемот. Аж палка целая. Большая очень. Спасибо, Кать. Я распаковала подарков даже больше, чем планировала, а их все равно еще очень-очень много. Так что я, кажется, ребят, знаю, чем я буду занята еще очень долго. Вы все очень крутые, я вам очень благодарна. И особая благодарность моей команде Magic Family, которая была со мной. У них даже были специальные футболки с розовым логотипом Magic Family. Они тоже очень помогли. Благодаря им большинство подарков сохранилось, в отличие, например, от Питера. Так что не переживайте. Если здесь есть ваш подарок, я его обязательно открою. Ну и подписывайтесь на все наши каналы, переходите по ссылочкам на новые ролики на других каналах, и скоро увидимся в новых видео. Пока! Ой!